начинается осенний пожароопасный период, и каждый год мы обновляем минполосы вдоль границы национального парка, для того, чтобы огонь, возникший на сопредельных территориях, не переходил на территорию национального парка. Вот работа у нас уже начата. Первый этап мы уже сделали, порядка 5 километров. Осталось еще километров 50 мы будем прокладывать вдоль границ заповедника. Мы их обновляем, мы не делаем новые. То есть по уже известным маршрутам и проложенным давным-давно минерализованным полосам мы их обновляем, расчищаем, дабы не допустить прохождения огня через них. И эти сами полосы расположены в достаточно большом удалении от места обитания леопарда, и нисколько не несут никакой угрозы. На сегодняшний день в парк нашему учреждению бюджет выделяется на организацию минерализованных полос только по территории заповедника, а это 18 тысяч гектар, а 260 остается без финансирования, и нам очень сложно найти деньги на проведение вот этих мероприятий. Поэтому мы сейчас объявляем небольшую акцию по сбору средств на ГСМ и для техники, которая будет проводить данную работу вне границ территории заповедника, по территории национального парка. Это можно сделать через наш сайт leopardland.ru. Там все написано, все очень просто, поэтому, пожалуйста, принимайте участие, вносите свой вклад в пожарную безопасность собственного края.